Було з другою сошкою, з центральною, бо воно було близько, да, біля бази там. Туди більше сошкою. Я зрозумів, я тільки думаю, може піти через твою церкву. Ні, ні, так скочив, так скочив, ні, отаку сюди. Так, так. Кстати, а тепер сюди. Так, а чого ви її ні сюди не прихватуєте? Нам же вот эту вот фигню нужно вокруг нее и вот сюда увести, чтобы она туда не лежала. Вот так вот ее нужно обмотать. Вот такого, значит, вот сюда пускаю. Да, и вот тут зацеп сюда. Да. И сюда вытянешь, как раз завяжем. Вот такого. О, ну все, вот туда. Вот такого. Что там, ты же ее не зацепил. Все. Что не зацепил? Вокруг пальца обмотай. Затягивай сюда, Сань. А, вокруг... Тут цепок будет. Вокруг не... пальца. А не надо, там мы уже два раза почти там. Где там? Покажи палец, мне палец, хоть один раз. В эту сторону палец будет двигать. Ну сюда, да. Понимаешь? Что же вы там намотали? Вот так вот, да. Ну палец сейчас, він, Андрюха, он не будет держать. Нет, это... по низу его запускай. Он же будет плавать, понимаешь? По низу и сюда выходишь, во, и ты завязываешь. Вот что-то вроде это. Ну попробуем, блядь. Ну, палец... Не-не-не, между тягами. Не, между тягами. Сейчас, сейчас, бачу, он соскакивает. То между тягами не будет соскакивать. Верю. Так, теперь даже цепкай то, вот то. Да, потому что она не укомплектована, не Вот, да. До поля. Я говорю, потому что она не укомплектована. Проволоки нема, изоленты нету, на скотча нету. Изолента есть. Изолента есть. Проволока может тоже то здесь есть, парень? Треба глянуть. Я ее обычно увозил, блядь. Ну, может кто-то уже и давай еще раз. Попробую ее трошки покрутить, чтобы натяжку пришел. Говорю, что есть еще эти ремни безопасности, можно их поотрезать и тут тоже что-то намотать. Давай. У меня резинки есть еще, давай. Резинки тянутся. Безопасности. Резинки, Так, и все-таки... Слушай, у нас Лейерли есть и Торлеп. Ну ты что? Это Торлеп, это стяжка. А Лейерли, да, если же хорошо... Тросиком возьми, обмотай, ты хорошо. Ты вот так не замотаешь. Сашу чи до та й той друге, блядь, ж не приглашає, стоїть сам. І сам, да. В одиночку, блядь. Я закрив, блядь. Ратюн, Саня. Як потім викладувати це відео? Да. Що ти ругаєшся? Туди знімай. Туди знімай. І в ГАІ. Туди і в ГАІ. Порвав, блядь. Я галюн, блядь. Що, блядь. Хорош, Саня, сейчас туда уйдет на конус, не раскрутим. Раскрутим, зрижем, блядь. Да. Так, ну что, давай теперь я руля, наверное, чтобы тяга пошла туда, там посвобождается, блядь, и ты туда что-то стромаешь. Может, еще один шакл? То зараз шакл еще меньше людей мою принесу. А что у нас, нету шакла? Сейчас скрозащитки снимем. А, тут уже... Уже крутится все. Да, все. Значит, смотри, я руль, чтобы тяга пошла туда, это куда мне надо руль дать? С руль. Я Катя? Да. Вправо. Мне надо вправо. Ты снимаешь. Тут тебе появляется зазор. Какой-то может быть даже вот такой же шаг встал и закрутил. Сейчас забери палец, на, здраво. Мне не треба. Так. Это пока на... Ну, появился, пока, стой, пусти назад, назад трошки. Пока стой так. Что? Кулак, вот такую конструкцию. Бомба. Ну, ехать надо. Что, колее? Так,
Мы выходим на новый уровень. Вышли. Чуть-чуть сюда!